Всем привет! У нас сегодня немножко нестандартный экстра выпуск. В одном из видео про кафе с совами, вы если помните, там в конце видео я вставил маленькие такие нарезки из победителей, которые получили призы из Японии. Так вот, сегодня один человек попросил остаться анонимно. Решил сделать маленький презент человеку, который на видео там с кучей детворой. Это в данном случае Василий Николайчук, это ты. Василий. В общем, тебе человек оплатил сегодня японские сладости своим детишкам. Так что все. Сейчас мы делаем прямо обзоры, а для всех, кто, конечно, присоединяется к нашему видео, посмотрите японские сладости, магазин японских сладостей. В данном случае будем сейчас покупать вот здесь, вот у Каси Макси Ока, магазин японских сладостей. Вот, ну сейчас будем затариваться и я думаю, завтра уже отправлю посылку. Так что, Василий Михайлович, радуйся, у тебя уже есть поклонники. Ну, а детки твои будут вдвойне рады. Ну и особая благодарность, конечно, спасибо за такой вот знак щедрости. Ура! Гаврюша, ко мне? Дай лапу! Ну, знаю, он наверняка смотрит, так что спасибо. Ну, мне тоже приятно поучаствовать в этом. Этот магазин Окаси Мацёка, вот как всегда в японском стиле, да, вот, куча товаров снаружи, так тому, что, конечно, никто ничего не ворует. Ну, если здесь это, конечно, и происходит какие-то кражи, но это просто все незначительно. Ну так, сейчас заходим и будем затовариваться. Канами нам будет помогать. Итак, ну давайте начнем. Шоколадок. Так, ну вот японские шоколадки, вот альмонда очень вкусная, альмонда, вот это, да, да, вот, а, фугай, корей, корей, корей. Тут молочный шоколад, потому что детишкам будет послаще, будет приятней. Так, а, да, 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 вот, Канами показывает, вот давайте драймончиков мы их возьмем. Ну что, вот драймончик, тут какой-то вот анимешное. А, что внутри? На не достал. А ну, скорее всего, как вот киндер сюрприз, да, там у нас шоколадное яйцо, скорее всего. Так, ну давай возьмем всем разных, чтобы всем досталось. Там их сколько? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Возьмем один с запасом. Так. А, ну это вот One Piece. Ну давай это одну One Piece возьмем тоже. Пусть будет с One Piece. Так, ну что, пошли дальше. Давай. Так, это что у нас такое? На не курай. А, ну это рисовые снеки, но я не думаю, что детишкам это всем понравится. Курай, куда мы в Европу возьмем, Так, ну давайте попробуем, конечно же, Киткат. Киткат. Ну давайте возьмем, попробуем вот, вот такой вот возьмем пачку Китката. Тут с клубникой. А, с малиной. Или нет, нет, с клубникой. Потом что тут вкусненького такого вот есть. О, вот, вот такая вещь, кстати, вот Канами подсказывает, вот, вкусная. Это только сейчас снаружи рисовое тесто моча, а внутри сладенькая такая вот, как карамель. Очень вкусная вещь, тоже вот мы ложим. Вот какой-то новый Киткат, тоже интересно. С вкусом йогурта. Канами. Канами быстро убегает. Сука, ски. Ну, Европа, по-моему, Нихон на дзене. Так, она говорит, а японские детки это не любят. Я говорю, ну, это же европейские детки. Она там все соленое хочет. Я говорю, не-не-не, все сладенькое должно быть. Так, что-нибудь такое еще вкусненькое тут подберем. О, кстати, ну вот поки. Кстати, очень хорошие поки, я их пробовал. Так что детишкам понравится, вот поки возьмем. Вот тут еще хорошие такие вот палочки, вот смотрите, со вкусом йогурта и клубники. Ну, возьмем, давайте обе. Канами.
Так, что у нас тут еще такое интересное? Ну, я не знаю, с ментолом любит, это очень специфическая вещь. Туда огромная коллекция, все с ментолом, шоколад с ментолом, но я не буду рисковать, не буду брать. Дети это такое, не все сильно это любят. Так, ну давайте сначала конфеты. Кенди, Адзимита, подай муку. Так, ну что-нибудь такое вкусненькое. Ага, ну вот. Давайте путёво возьмем, пожевать детишкам. Такие-то конфетки, короче, мягкие, жевательные. Так. Потом очень вкусный вот набор конфет. Вот ассорти Мицуя. Вкус сливы, ну, на любителя, но детям я, как бы, в принципе, не будем предлагать. Давайте что-нибудь такое приятненькое и вкусненькое. Ну, вот наборчик приятных конфеток. Тут ассорти с разным вкусом. Так, ну, давайте теперь дальше. Ну, вот теперь тут очень-очень все много, вот реально для детей. Тут японцы, и не только японцы, тут и канами. Окей. Хадзимита. Ну, 4-10 сай маде. Бой. Дзембун. Онаноко, отоконоко. Она спрашивает, для мальчиков, для девочек? Я говорю, ну и для всех, короче. Берем для всех. В общем, это наникуре. В общем, это жвачка такая. И кадоны на коне. И карточка какая-то еще. Ну, вот. Жвачка с карточкой. Вот такие вот шоколадные. Ну, шоколадки маленькие такие вот. Наборчик. Ну, давай возьмем такой прям. А, это пури. Да. Динозаврики. Вот шоколадка в форме динозаврика. Белый шоколад. Ну, чё ж, давай тоже. Все, все. Вот очень вкусные вот рамуне. Вкус японская сода рамуне. Очень вкусная. Возьмем, давайте, чтобы там детворы много, чтобы побольше. А, вот это детки вообще японцы любят. Я, в принципе, я думаю, они будут довольны. В общем, это высыпаете в рот, оно там просто будет все лопаться, трещаться, они будут просто визжать. И пай-пай, вот это, когда оно гонин по дому. Гонин? Гонин. И? Гонин. Она спрашивает, я говорю, пять человек, там пять детей. Так. Куремо, Нади? Чего? А, рамне. Это не надо им. Нани, куре. А, вот смотрите, жвачка, которая меняет, да, цвет. Она ченджиро, не? Да, вот этот цвет поменяет. Ну что, давайте будем повеселяться с детворам. Покрасить свои языки в разный цвет. Эй, цикин. Так, вот. Это гамки. Нанька, не нани. Нанка. А, амайдаки. Это прикольная, конечно, вещь, но она, к сожалению, не сладкая. Это для японских детей. Но амаймонодаки. Так. А, куре. Вот, вкусная, кстати. Это что-то приблизительное, какая-то аскорбиновая кислота. Вот по вкусу. Ну, очень сладенькая и классная. Я думаю, понравится детишкам. Тоже кидаем. Я думаю, детишкам понравится вкус голубики внутри, зефирчик японский. Тоже берем. То же самое, как аскорбиновая кислота. С разным вкусом. Хорошая вещь. Что-то мате сейчас там меня зовет. Так. Ну да, смотрите, мы уже набрали полную корзину. Так. А, куря. Так. Коала. Печенюшки, внутри клубничная начинка. Берем. Потом вот то же самое коала, и снутри начинка из шоколада. О, чокоборы. Это шоколадные такие конфетки. Вот дети все их любят, да и не только дети. Вот давай возьмем от разных. Вот тут все не разные. Вот возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять штук разных. Это, короче, шоколадные шарики, и внутри там орешки или там меленые орешки. В общем, вкусная вещь. Тоже берем. Вот такие вот пирамидки клубничные тоже возьмем. Парочку такую вот одну. Вот еще, кстати, вот хорошая вещь.
Вот со вкусом кола, конфеты и содовой. Ну что, возьмем. Какие вопросы? А вот еще такие вот есть пачки. Вот. Кенди, да? Гамму. Вот, это как бы мармеладки берем тоже. Так, ну, поки. Как это так? Из Японии не прислать поки. Ну, давай, это разных. Ой, это сколько их тут видов. Ну, давай, со вкусом кокоса, клубники, альмонда, молочный шоколад, классический красный шоколад. Ну, все берем. Так, ну и вот смотрите, это вот все жевалочки, вот это все жевалки. Давайте возьмем, вот, детишкам понравится вот это, 100%, особенно со вкусом винограда, обалденно. Так, 5 детей, ну возьмем, пусть все попробуют 4 штуки, вот виноград, апельсин, 2 вкуса винограда и еще персик. Очень классная вещь, очень. Я думаю, дети будут просто в восторге. Уже полная корзина. Так, ну, что бы им еще такое понравилось бы интересное. Ну, вот, кстати, вот тоже шоколадные шарики с начинкой клубники. Ну, давайте возьмем. Ну, возьмем даже пару штук, чтобы всем хватило. Вот такие вот шоколадные бисквитные наборчики. Я думаю, детишкам тоже понравится. Каждый может оторвать себе одну пачку. И вот как раз 2, 3, 4, 5 штук. Ну вот то, что надо. То, что надо. Потом вот что-то. Так. И давайте вот еще какие-нибудь прикольных мармеладок возьмем. Вот, чтобы детишкам было вкусненько. Ну вот давайте вот со вкусом. На, Николя. Манго, да-да-да, манго. Со вкусом манго. Манго, вот клубника. И вот то же самое, вот такие вот конфетки, они быстро тают во рту. Вот, с разным вкусом, вот апельсин, виноград, лимон, дыня, клубника. Класс, я думаю, это каждый себя оторвал одну штучку и пошел. Ну вот, целая корзина. Насобиралась. Ой, Василий. Ну вот возьмем, кстати, вот со вкусом арбуза. Тут еще Мишка. Пусть попробует. Так, ну все, мы стоим на кассу. Специально попросили человека, чтобы на кассе помог, потому что очень много всего тут, видите, разложили, нам пробивают сейчас. Накупились, в общем, у меня один пакет. Канами, неси ты. Куча пакетов. В общем, Василий. 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 Надеюсь, все твои детишки будут просто в восторге от японских всяких няшностей и вкусностей. Всем, кстати, да, кому это понравилось видео, пожалуйста, присоединяйтесь. Если кто не равнодушен каким-то детям, пожалуйста, я с удовольствием приму участие и помогу как бы в осуществлении вашей мечты, там, помочь кому-то. Это же так приятно делать, кому-то приятно. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Все, не забываем ставить лайк, подписываемся. Все, пока. Вы на канале были Пангайчи.